Наурос отмечают и на побережье Каспия. В Актау традиционно на берегу моря установили юрты и алтыбакан. Викторины, театрализованное представление, национальные игры и угощения – все это ждет жителей и гостей города в течение дня. Все основные действия происходят на площади у амфитеатра. Там сейчас находится наш корреспондент Тамара Степанова. Тамара, приветствую, с праздником! Что станет главной фишкой сегодняшнего праздника у вас? Здравствуйте, Патагос! Организаторы праздника постарались и придумали множество интересных развлечений. Во-первых, вдоль набережной установили почти 30 юрт. Там может попробовать плов и наурыс-коже любой желающий. Гостям праздника показывают обычаи и традиции этого светлого дня. Жители могут принять участие в национальных играх и проверить свои силы и выносливость. А во-вторых, в этом году на набережной прошло праздничное шествие. В параде участвовали работники культуры, образования и спорта, ну а также все желающие. Таким образом, жители Актау хотели не только поздравить всех с Наурызом, а самое главное – показать им единство и сплоченность всех казахстанцев. Вообще, надо сказать, что гуляния проходят очень и очень масштабно. Рядом со мной Мангуль Джайлханова, руководитель Когамды Келесым Мангыстауской области. Здравствуйте, с праздником! Шествие было очень масштабным. Как вы считаете, будет ли оно традиционным у нас? Да, сегодня идет шествие. Первый раз это история празднования нашего Наурыза. Очень красивое шествие было. Я думаю, что это будет традиционное, потому что с этого года по поручению президента Республики Казахстан мы проводим 10-дневные мероприятия. Там каждый день, 10 дней у нас есть свои названия, свои мероприятия. Я очень рада, что каждым годом мы стали праздновать наш Наурыз в таком масштабном. И новые направления, новые новшества. Я очень рада, что сегодня люди вышли праздновать, и очень хороший праздник идет. А еще вот наша ассамблея тоже в этом году участвует. Мы провели поднимание шаңырағы. Они все такие довольны, настроение хорошее. Я думаю, что продолжение нашего шествия будет. Спасибо вам большое. Я поздравляю вас с праздником. Желаю вам мира и добра. Ну, от себя я добавлю, что в этом году Наурыз Мангыстау, как и во всем Казахстане, отмечают с 14 марта. Праздничную декаду открыл Амал. С середины прошлой недели в области проходят национальные игры и спортивные соревнования, а также концертные программы. Жители региона приняли участие в субботниках и высадили саженцы различных деревьев. Но если говорить о сегодняшнем дне, то сейчас начнется фестиваль национального текстиля. Он будет проходить до вечера. В юрточном городке пройдет демонстрация национальных традиций и игр. Жители смогут увидеть картины художников и сделать покупки на ярмарке ремесленников. Ну а вечером небо Актау озарит праздничный салют. На этом у меня все. Патагос. Спасибо большое. Напомню о том, как Актау празднует Наурыз мейрамы, рассказала моя коллега Тамара Степанова.